Ладно. И, конечно, должен пойти я. Прошли. Теперь пойду. Саня, мы продолжаем проходить Call of Duty Modern Warfare 3. Макаров сволочь. Идем. Я иду прямо за тобой. Дом. Это хорошо. Это замечательно. А чтобы они ответили за все, ублюдки. Убрал. Жду. Блин, так все интересно. Понял, не дурак, Прайс. Пошли. Не двигаюсь. Ща. Что такое? Может, снимешь его, Прайс? Хотя... Чисто. Пошли. Давай. Пошли. Свет. Продолжаем движение. Куда идти? Это офис охраны. Отличная игра сохранена. Давай. Разберись с ними. А неплохо, так идем. Снаружи центра управления установлены камеры. С обеих сторон здесь и здесь. Нам нужно просто постучать в дверь. Давай. Ой. Тихо. Включи ночное видение. Я займусь прожекторами. Готов? Да. Огонь по усмотрению. Гражданский. Зачисти этот участок. Твои машины. Кто у нас тут? Вы, ублюдки, должны ответить за смерть Соупа. Так, Прайс, ты где? Как ты? А, понял.
Так. Давай. Пошли в баню. Да ё-моё! Да тихо-тихо-тихо! Лежи. Блин, я хотел... Не успел лечь. О, дробовик. Ну все, жопа вам. Будь жив, мужик. Давай, Прайс. Они умерли. Я разобрался с ними. Окей. А как тут быть, Прайс? Окей. Ну что? Все. Есть. Тут и так после нашего С4 все рухнет. Еще больше, Прайс. Так, нам сюда. Давай. Я первый. Шел. О! Кажется, нам не придется прорываться туда с боем. Это еще лучше. Гром скроет звук взрыва. Сниму его сигнал. Давай. Вау.
Извиняюсь. Опаньки. Говорю последний раз. Я не подчинюсь требованиям террористов. Я скорее умру, чем скажу шифры запуска ядерного оружия. Макаров. Ясно. Вот с чем приходится иметь дело, братья. Упрямый старик, который не успел измениться вместе с миром. Вы тоже изменитесь. Спускайся. Выясни, что происходит. Алексей, данные разведки подтвердились. Да, сэр. Наши люди уже на пути к Берлину. Ты слушаешь? Дочка там. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе. Надо идти. Согласен. Да что у вас творится? Наши дела. Служба безопасности вообще. Это соберите своих людей и осмотр местности. Вниз! Немедленно! Ого-го! Гори, мужик! Ха-ха. Суки, а? Как вам так? Курица? Не мучься. Ты чё? Козёл, а? Сука! Вот это я не ожидал. Чё, будет опять то же самое, да? Ложись! О нет, о нет! Вот лежи там теперь, скотина. На! Отлично, готов. Будем только такие оружия брать. Дробовик сейчас не очень. Ой, я понял, что световая. Вышел вроде бы, да? В здание вроде бы, да, Прайс? Внутрь. Ой-ой-ой-ой. Козёл. Угу. Ой, Прайс, извини. Рыцарь хреново. О, на улице еще гроза.
Ой-ё! Где эта сраная РПГ? Гранатка! Меня так сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют. Тихоня. Ах ты падла. Ложись. Быстро. Кто меня стрелял, а? Граната. Блин! Прям к гранате прибежал. Вот теперь это плохо, очень плохо. Прости, не. Прости. Затронул. Тут нереально. Если вниз спуститься. Но сначала хотя бы немножко. На крышах где-то еще, а и потом уже. О, по 90. Эффект включить. О! Вроде бы его больше там нет. Побахнитесь. Еще одного снял. Так. Еще наденем. Так, так намного легче смотреть. Идем прайс. Ё-ё-ё, кто? Надо хп установить. Пошли прайс. Иду. Теперь сюда. Да? Бабах! Пошли, 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 пошли.
фашисты какие-то в замке, а не, а? Вольфенштайн какой-то. Дупрось. Полетели. Ф. Повезло. Штурм замка. Макаров знает, что дочь Варшевского... А, я понял. Просто будем сейчас защищать. Ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу триангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с ее номера. Подключение через 3, 2, 1... Алена Варшевская? Кто это? Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? Да. Мой охранник мертв. Они идут со мной. Спокойно. Мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на 5-м этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть надпись «Рейсдорф». Пожалуйста, скорее. Хорошо. Положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью. Нихрена себе начало. Зашибись. 20 минутами ранее. Хо-хо-хо. Что же случилось такое? 30 секунд. Берлин разносит в клочья. Я не говори. Так, давайте пойдем сюдой. Ой, эти не заметил. Конечно же заметил, я думал пробежу, но я не пробежу. Вы же мне знаете, какой я нубит. Хрен я его первый ударил, почему он не сдох? Ой, началось, В баню бежим. На! Сколько их тут? Блин, тут столько людей подохло, блин, все ради какой-то... Ненавижу воин. Имею в виду реальные войны вообще. Ой.
знаете что? Иди, иди к папе. Во! Да какого хрена? Их там вообще... Сколько их там? Миллион ш... Бесит уже, бесит. Птичка падает, падает! Птичка падает, падает, задрат. Что у тебя? Знаешь что? Живым тебе не выбраться. Ну дебил. Сальман, ты идиот? Два раза повторить одно и то же. Лежать. Пошли, пошли! Я ему спас. Ты задрал. Сколько вас? А, свои. Чего я жду, пока, блин, мне полегчает? Да, да, чего ты ждешь? Я сдох. Задрали. Вы не видели, я раненый был. А, да, вы же боты. Вы не видели, что у меня там красный экран. Вы не видели, может, у меня там кровотечение что-то. Вы не видели. Задрали. А задрал ты два раза. Ой, игра сохранена, ни хрена ж себе. Да-да, они, конечно же, не подорвались, только я подорвался. Да, да. Я думаю, после этой миссии мы закончим эту серию. Да, ну, пора. Кто стреляет? Я раненый в укрытии пока. Извините, не могу. Ладно, снайпер пусть будет. Окай. Ой, забыл задержать дыхание. Давайте. Команда «Гранит» на минимальной высоте. Еще четыре.
Я понял. Отличная работа по цели. Гранит, все чисто, продолжайте. Отстреливают позицию гранита, требуя огневой задачи. Вас понял, 01. Воздушный коридор для захода А-10-15 свободен. Металл 01. На связи Валькирия 2-6. В воздухе и к вашим услугам. Ожидаю отметки первой цели. Давай, 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 сейчас. Цель обнаружена. Давай, давай, быстрей. Да. Спасибо. Попадание. Два танка на подходе, уничтожим. Жду новых указаний. Цель обнаружена. Подождите, делаю разворот. Готова к новой цели. Есть. Спасибо за подмогу, Валькирия. Дальше мы сами. Гранит, броня уничтожена. Идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся. Гранит, вы видите Афину? Их убили. Мать твою. Гранит! Они мертвы. Какого черта? Оверлорд, команда Гранит уничтожена. Повторяю, орлы уничтожены. За Афиной идем мы. Принято, Сэндман. Соединитесь с немецкой танковой колонной к югу от вас и следуйте к указанному зданию. Прием. Так точно, Сэндман отбой. Спутист? Окей. Цепляйся, нам нужно на улицу. Вниз. Тебе будет не так сладко, как наверху. Все гораздо плохо. Походу нам жопа. Вы издеваетесь, мне так мало хп, а мне еще добили. Американская команда! Русская бронетехника ведет огонь с моста! Просим уничтожить их Что, не уничтожился? Она ловит вовсю! Долго мы не выстоим! Подожди! Да какого хрена там... О боже ж ты мой... Нет боеприпасов. Все! Все! Убивайте меня, пожалуйста. То как убивать, они долго убивают. А как? А так то убить меня то... Задрали. Американская команда! Русская бронетехника ведет огонь с моста! Просим уничтожить их там! Назад, быстро, быстро, быстро! Нет.
Подожди, какой вперед? Я сейчас умру. Да Йохан! Да вы издеваетесь, ё-моё! Иди за танками и все равно сдох. Иди за танками, пока мы не доберемся до гостиницы. Ой, Сэд, блин. Ты видишь, как меня лупят, блин? Они только меня видят, а тебя вообще не видят. Ты же бессмертный, мать твою. А я нет. А я умру. Выдвигаемся! Огонь! Иди за танками, пока мы не доберемся до гостиницы! Ага, дойду. Я сейчас опять умру. Сука, меткие козлы, а. Задрали. Ты издеваешься. Козлы. Все, это конец. Назад, 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 назад. Я чуть бы не сдох. Я чуть бы не сдох. Ох, мать. Да задрали. Да пошло оно все в жопу. Да что это такое, блин? Сколько можно, блин, почему меня никто не прикрывает? Почему один я прусь? Почему этот стоит, вот его вообще не трогает? А сейчас буду тупо за ним. Да идите в баню, а. Да блин, ну шо это такое? Мои нервы. Что происходит? Что, мать твою, происходит? Задрали. Ой, как задрали они меня. Ой, как задрали. Они только в меня стреляют, да? Не-не-не-не. Конечно, в меня стреляют, видишь? О! Да кто? Ой-ой-ой-ой-ой, сохранение было. Да. Ай-ай-ай-ай. Этот еще там стал, где противники. Они отходят, продолжать наступление. Неужели сохранение? О-о-о. Гляньте, он пропал аж. Ладно. И, конечно, должен пойти я. Прошли. О-о-о. Теперь понятно, как мы там оказались.
О, тот самый момент. Это засада! Надо сваливать нахрен! Шевелись, шевелись! Я понял. Потерянная зона. Воу. Они обрушили чертово здание! Сэндман, советую немедленно отступать к пункту эвакуации. Торопитесь, Берлину приходит конец. Мы продолжаем наблюдение. Прием. Сюда. Давай, Сэндман. Они наверняка заминировали здание, чтобы взорвать его, если наши танки окажутся здесь. Черт. Это какой-то бред. Иду, как могу. Полегче, полегче. Здесь дверь. Я вижу. Открывайте дверь. Вас долго ждать, а? Пошли, 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 пошли. Блин, задрали. Окей. Сейчас в... Ох, ёханый! Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Смотри, старик, не подкачай. Я знаю, вы, янки, любите блистать, так что пока вы героически спасаете заложников, мы с Юрием придержим соседей. Ладно, парни, не стреляй. Мертвый заложник нам ни к чему. Какой расклад, босс? Кругом враги. Кто бы сомневался? Да. О, Юрий. Готовы? Давайте до сохранения и закончим серию. И спасти президента. А прикиньте, тоже финал, я вообще не знаю. Вау! О, черт! Этого еще не хватало? Вау! А на таком моменте мы закончим серию. Всем пока!